На борьбу с прошлогодним снегом мэрия выделила 21 миллион гривен. Как тратились эти деньги, выясняла областная прокуратура. Ничего не нашла. В этом году снега также было много и снова пришлось тратиться на борьбу со стихией. Всеукраинская организация «Свідомі», которая занимается контролем за тендерными процедурами, провела анализ. Как для борьбы со стихией Одесской мэрии закупались соль и песок. 29 января активисты поделились своими выводами с журналистами. Изучив тендерные предложения и итоги торгов на закупку 7 тысяч тонн строительного песка, активисты «Свідомих» пришли к выводу. КП «Городские дороги», которое 22 сентября объявило тендер, не очень заботилось об экономии бюджетных средств. В торгах участвовало две фирмы. Победило физическое лицо предприниматель Старушкевич Михаил Иванович. Уже не первый раз. 16 ноября 2015 года между коммунальным предприятием «Міські дороги» и СПД «Старушкевич» заключен договор на сумму 1 715 000 гривен. Таким образом, стоимость одной тонны песка составляла 245 гривен за тонну, как другие предприятия города Одессы проводили подобные тендеры. Также железная дорога закупила строительный песок по цене 67 гривен 98 копеек за тонну. Одесский порт закупил песок по цене 127 гривен 50 копеек за тонну. На этом не остановились. Договор действовал на протяжении 2015 года. Поставить товар должны были 22 декабря. Но 6 января 2016 года срок действия договора продлили до 31 марта 2016 года. Ссылаясь на закон о государственных закупках, была изменена цена на поставляемый песок. Теперь в нее заложили еще и якобы изменение ставок налогов и сборов. Сумма договора увеличилась на 343 тысячи гривен и возросла до 2 миллионов 58 тысяч гривен. Прошло увеличение суммы договора примерно на 20%. Хочется задать вопрос, зачем было продлевать срок договора, если в условиях была четко прописана конечная дата поставки товара? И разве с внесением изменений в налоговый кодекс 1.01.2016 года какие-то налоговые ставки поднимались на 20%? Нет. Таким образом, стоимость одной тонны песка для города уже составляет не 245 гривен за тонну, а 294 гривны за тонну. По такой же схеме действовали при закупке 3,5 тысяч тонн строительной соли. Снова только две фирмы. Побеждает фирма «Укр-Импексбуд», которая обязывается поставить соль на протяжении 2015 года. Потом договор снова продлевается до 31 марта 2016 года. И опять же, ссылаясь на закон о государственных закупках, цена договора растет. Сумма договора увеличивается на 476 700 гривен. Это опять плюс 20% к сумме, предыдущей сумме договора. То есть сумма договора уже составляет 2 миллиона 860 тысяч 200 гривен. На продление двух договоров в общей сложности дополнительно потрачено 819 тысяч 700 гривен. Внушительная сумма денег, это 819 тысяч 700 гривен, явно использована как бы не то, что не по назначению, а ее можно было попросту не тратить. Чтобы в дальнейшем избежать таких трат и схем, активисты «Свідомих» предлагают внести изменения в законодательство. Нельзя заключать договор с той фирмой, которая просто меньше предлагает. Возможность сговора никто не отменял, а в Одесской мэрии по наблюдениям «Свідомих» это в порядке вещей. Необходимо проводить мониторинг средних цен на рынке. Ну и, конечно, нужна жесткая позиция контролирующих и правоохранительных органов. Соответствующая информация по золотому песку и соли куда следует уже направлена.